Всем привет, с вами был Хиро Рейхигаши, и мы продолжаем проходить Final Fantasy 3. Ну что ж, поехали. Бродим, ходим, бродим, ходим. И сундуки новые находим. Так, вначале надо бомбить вот этих гадов. Вот этих гадов, которые... В общем... Кальмаров, крабов, похожих на канализационного монстра из секретного материала. Вот так вот. Сказанул, да? Крит 540, ну мало, у них много жизни, к сожалению. Кроносов надо бить, в общем. Вот Кенич тоже, 510, тоже мало. Фикус 300 с чем-то, мало, фикус, каши ешь! Что ж ты, блин, фикус-то, япона, мать! 230, что это за урон это, блин? Хорошо там мимо у одного. Они же, блин, в камень превращают, что ж ты делаешь-то? Фикус, ёпараса ты. Фух, второй тоже промазал. Жизни дохренище, топор новый дали, блин, ну что за урон? Вот Айс 760, я понимаю, это урон. Я понимаю, даже 44 шаки с руки и 31 кенича с посоха. Ну 350, ну ладно, 350 нормально. Где твой 700, например? Ты же можешь так бить. 2200 монет, 1700 опыта, улучшенный навык Айса, шаки. Кажется, дали левел. А тут был, что ли, уже все? То есть, по идее, мне нужно просто отсюда уже уходить. Если мне отсюда уходить, я просто могу нажать выход. Я, кажется, тут не все взял все-таки еще. Я не обследовал по левую сторону абсолютно. Нужно ее обследовать и там проверить, чтобы все было нормально. Сейчас части у нас, вернее, как назвать, ну, серии, наверное, так и назовем, как есть. Серии Final Fantasy намного короче, чем были. Ну, во-первых, это смотрибельнее для большинства людей. А во-вторых, они все-таки выходят чаще, то есть... Раньше они были там полтора часа, но выходили там самое лучшее в 3 дня. Там 3 часа, когда стрим был, то там, может быть, и в неделю раз. Бывало и несколько. А так, приблизительно 2-3 дня стабильно серия выходит. Сейчас, считай, каждый день выходит, через день. Ну, через сутки приблизительно так. 2200, 1500 опыта. Мы нашли мегазелье, которое, кстати, сейчас применим. Что нам, в принципе, жалеть его. У нас их много. Можно фикусу 2 раза применить, сейчас он такой. Бить не может, урона получает, вообще какой-то странный. Так, спокойно. Опять эти, блин. А давайте айса огнем, нет, огнем 3, а почему нет? Почему нет? Огонь 3 уровня. Только конкретный, блин, сейчас на себя еще не хватало. А тут аэро, не знаю, до 2 уровня. Да почему нет? Куда магию ту копить? Тут я чисто за сокровищами. 669 от айса, а фигус 199. Ну, шаг от 1000. Вот это урон. 300, даже аэро, смотрите. Кенича сносит, блин, 300 по всем. А фикус по одному. Милишник, который должен бить, ну, минимум 500 сейчас. Бьет 199. Это не те в камень-то превращают. Япона, мать-то. Шагу закаменили. 2300 опыта, лучший навык фикуса и кенича. Вот это да. А у меня смягчений-то мало вообще. Хотя 9 штук нормально. Можно будет закупиться потом еще. Ну вот с левой стороны вверху я точно не был.
Можно подхилить всех лечением первого уровня, благо его много. Ваншот от Айса. Красавец. Ну давай, Фикус. Ну ш... Промах! Промах! Ты, блин, милишник, ты не можешь промахиваться по ним. Ты, блин, викинг. Я понимаю, Шака промахнулся. Он, блин, маг темный. Да. Странное что-то происходит с Фикусом. Устал, наверное. 273 урона. Ну что это за урон? Даже не критом, а из 550 бьет. В общем, нельзя сказать, что Фикус плохо одет. Мы дали ему хорошее оружие недавно. Колотушку-то. Вот 80. Кенич бьет 80. С посоха. Намного лучше урона. Если бы сравнивать, блин, милишника с двумя топорами Фикуса и, блин, с посохами Кенича, который белый маг, который хилит. 200 монет, 4 возможности, продают 1000 опыта. Мы получили. Гияйман. Что это такое странное? Не знаю, если только Фикус еще что-нибудь одеть. Сможет он этого Гияймана одеть? Да нет. Конечно же нет. Это на другого класса персонажей. О, циклопы. Опы, опы, блин, циклопы. Ну или триклопы, как тут называются. Ну, проще, модные циклопы, короче. Вот 1000, оттайся, 1000 урона. Фикус, ну давай. Фикус, давай, покажи. Давай. 379, ты японский городовой. Что ж мне делать с викингом-то, а с нашим, а? Бил же хорошо, а? 500, ну наконец-таки хотя бы 500. 1400 монет, 1000 опыта, навык Уайс улучшен. Это неплохо. Поднимаемся наверх. На второй уровень этой сокровищницы, можно так сказать. Опять бой. Так, превращают в камни не они. Первые они атаковали. Давайте попробуем, наверное. Ой, какая нафиг защита? Сдурели, что ли, совсем? Огонь. Айра там где-то был. Вот она. Поехали, в общем, всеми бить. Айс ваншот. Даже на заднем ряду, типа, вот то, что надо. Фикус, 420. Ну хотя бы столько, молодец. Так, Шака там огоньком по 200, да, по 200 поджарил, красавец. И Кенчай родит тоже, наверное, в одного, наверное, 200 войдет. 350! Хорош. Просто хорош, Кенч. Что тут 82 от Айса и добиваем очередную мишень. 2000 опыта, новый уровень Фикусу дали. Оба, смотрите, подъем куда-то наверх. Блин, давайте, не знаю, сохранимся, что ли. А потом только будем с ним. Кто посмел пробудить меня от моего сна? Один. Викинг, ну, в общем, Фикусу с ним там должно быть нормально разобраться, потому что, ну, как бы это... Это же, блин, он, то есть, ну, викинги, Один, все дела. Шака, давай, землетрясение, 900, неплохо. По всем, по 500 урона, Фикус 200, Айс 700. Кенич, 700. Так, атака, атака. Опять треск, а тут магия и лечение. Третий уровень по всем. А, минус Фикус. Бедный Фикус. 700 от Айса. А мы вообще можем убить этого гада или нет? Или это нереально? 1000 от Шаки. Красавец. Как там, блин?
Амброзия воскрешает. О, Кинич почти готов, но все-таки успевает воскресить Фикуса. Айс, 490. Шака. 920. Не знаю, надо лечить кого-то выборочно. Наверное, не себя, а Фикуса. Хотя пофиг. Короче, минус двое наших. Айс 550. Шака. Ну, на самом деле уже все, готовы мы. Да нет, ни хрена! Ни хрена подобного! Добиваем это чудо-юдо! Победа! Шака с Айсом выжили. 5600 монет, две возможности, 2500 опыта. На уровню Айса, на уровню Шаки. Один воины света. Вы достойны. Получил Один. Так, мы получили какую-то магию. Магию, магию, магию. Значит, сначала сделаем что? Мы его сначала воскресим. Хотя магия, магия. Если это магия, какого она цвета? Она белая магия или черная? Один. Ощущение, что она черного цвета. Давайте проверим, магия. Да, это черного цвета магия. То есть мы Один даем Шаки. Надеюсь, он сможет использовать, да? Что у нас там? Амброзия. Амброзия надо будет закупиться, кстати. Воскрешаем Фикуса. Воскрешаем Кенича. Мегазельями лечим. Хотя бы так. Вот. Проверяем магию, кстати. Зачем, кстати, я лечился? Ну, ладно. В общем, магия. Шака. Один не может использовать. Ух, я снял Один. Так, а может быть мы вообще не сможем использовать эту магию? Никому из наших. Даем Кеничу. Может быть только другой маг какой-то может ее пользоваться. Это довольно-таки интересно, реально. Кому эта магия вообще подвластна? Айсу? Рыцарю вряд ли. Ну да. Может быть, викингу? Он не использует магию. По идее, это черная магия. Но... Согласитесь. Один. Ладно, давайте отсюда выбираться, кастовать магию выхода. Разберемся, что за магия потом как-нибудь. А пока что давайте отдыхать, и на этом наша серия очередная заканчивается. Большое всем спасибо, кто смотрел, кто будет смотреть. Серии будут выходить почти каждый день, ну, каждые сутки точно. С вами был Пикл Хиро Хигаши, всем пока-пока!